Красивые места Питера. Машина Арсения. Мы хотим передать привет всем Олегам и Александрам. Олег. Единственная песня, которая нравится этому парню, это уже третий раз, четвертый. Какой раз ты ее слушаешь? Как я люблю современных таксистов. Все делают для того, чтобы тебе было комфортно. Даже выглядят как надо. Короче, ребят, я на самом деле не всегда был таксистом. Просто там сейчас с бизнесом не все в порядке. Поэтому просто на нищебродском Nissan GT-R подвожу людей. Направо. Спасибо, что показали дорогу. Дорогу покажешь? Да. Виталь, давай чуть посерьезнее. Кстати, дай мне очки. Куда ты несешься? Там же камера. Я вчера провел мероприятие для 60 человек, а сегодня у меня с такое совпадение отписалось 60 человек из Инстаграм. Кстати, ребят, кто был на мероприятии вчера, отпишитесь, как вам, потому что что-то я звоню, у вас почему-то сбрасывается телефон, какая-то такая ситуация. Мне так одиноко в кадре. Может, пригласить кого-нибудь в гости? Че, вдвоем, как всегда, да? Или че, или втроем пас? Как всегда, как всегда. А Серега где? Как всегда. Как всегда. Как всегда. Ребята, сложная математическая задачка. Угадайте, у кого день рождения? День рождения. Любви до головокружения. И чумового настроения. Ты же бабочка моя, а я твоя птичка. Оближу-ка я любя арсовское личико. Как мальчик не Вот так снимать. Тяжелая, да, сегодня у нас? Тяжелая, Крис, но мы справимся. Ты не забывай, что потом ты мне, да? Леха, я не пойму, кто симпатичнее, Надя или Арсений? Арсений, конечно. Арсений? Конечно, Арсений. Ну да, Надя же просто женщина, а Арсений красивый мужчина. Господи, боже мой. Арс, давай! Ты сможешь, я уверен! Только аккуратней, слишком много людей любят тебя и боятся, чтобы с тобой ничего не случилось, пообещай! Ну ты дурак, ну ты что делаешь? Вот куда он полез? Куда он полез? Спустись! Решил перекусить, Арс? Очень вкусно, Димка. Вот люди делом занимаются, не то что всякая канцелярия. Блин, круто, мы приехали отдыхать. Питер! Классно проведем время. Лен, я правильно понимаю, что это мой новый костюм, да? Угу. Я все понимаю, а вот этот аксессуар, это я чё? Это... I'm sorry, we're alone. А мы начинаем фестиваль причесок. Вот прическа номер один, голосуем. Теперь прическа номер два. Итак, выбирайте, черная или голубая? Да. Арс. У нас, ну, по-моему, хорошая романтическая такая прогулка, да? Потом пососемся? Нет. Какая труда нас? Трубка, перестать снимать. Он
А я почти помню. Ты как-то это невнятно произнес, как будто я все-таки идиот. Такой намек. Ёп! Если я сейчас упаду, как говорит Туман, главное это засними. Да я-то, ребята, иду. Вот если я сейчас упаду, как говорит Туманов, главное это засними. Мы стояли, снимали только ради того, чтобы кто-нибудь из вас упал. Здравствуйте, товарищи. Это Туманов, это он. Труднодоступное кино. Пора просыпаться. Второй день импровизация команды уже начинается. Преподавать? А меня зовут Аксений. Какую команду представляете? Мы представляем команду 9-я рота. Какие шансы на победу? Никаких, ребятки. Привет, как зовут? Арсений. Что за команда? Я команда импровизации канал ТНТ. И кто сегодня победит в батле? Жюри. Ты в жюри? Я в жюри. Отлично. Привет. Нет, только не ты. Представься. Меня зовут Арсений. Какую команду ты представляешь? Я команду рефери. Команду рефери. Что ты сегодня решаешь вообще? Я решаю ничего не решаю. Представься. Сережа. Ты сегодня сидишь в жюри? Да, я сижу. За какую команду, если честно, ты болеешь? Я? Знаете, есть команда рефери. Вот я за них. А кто сегодня рефери? Нарисовано все? Ну, нарисовано, блядь. Все ку... Ну, а Серега всегда рядом. Серег, а что это у тебя такое? Что это? Что это у тебя такое, Серег? Что это у Сереги, как вы думаете? Тюшковому памятник здесь поставили. Ребят, ну вот оно, шедевр. Вновь шедевр от Арсения Поповича. Аики. Ой, писем. Вскрываем тачку. Давай. Охереть, охереть! Ай, слава богу, что не бабло. Серега. 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 И все остальные. И все остальные. Сейчас еще немножечко полежу и пойду купаться. И вот этого попробую уговорить. Я за полотенцем посмотрю здесь. Ой, хорошо. Спасибо, женщина. Ну вот. Можно считать, что я сфоткался с Арсением, Арсений сфоткался с енотом, енот сфоткался со мной. В результате у меня получилась фотография с арсоенотом. Сегодня мы не выучили ни одного танца, не сняли ни одного видео, а все это из-за него. Из-за меня? Офигеть, как... Ребята, я предоплату у них просто взял, поэтому я не... Чувак, кого это вообще волнует? Ты, блядь, кретин, блядь, пришел, это наша площадка, блядь. Это диджей, блядь, или кто-то, отец. Так, ребята, здесь можно сфотографироваться. С ногой Арсения. И ваших ног. Колени такие гладкие. Спасибо. Пожалуйста, не танцуй. Опа. Не, ну нормально, да? Нравится? Нравится. А можно купить? Слушай, это, блин, такой эксклюзив. Да? От кого? Ребят, привет, угадайте наши профессии. Я маленькую подсказку дам. Этот человек меня хотел выгнать из этого заведения. Но не получилось. А этот человек принес мне кофе, а этот человек ни за что не платит. А в Питере отличная погода. Тепло, солнечно, ветер колышет деревца. Чуть осторожнее, мужчина.